С этого года в закон о газокупках внесен ряд изменений. Департамент госаудита по области проводит разъяснительные семинары. Одна из проблем, которая ежегодно поднимается в сфере госзакупок – опыт работы предпринимателей. Теперь для этого будет использован созданный в сентябре прошлого года электронный депозитарий. В нем будут накапливаться все подтверждающие опыт работы предпринимателей документы. Эта база позволит решить и проблему предоставления потенциальными поставщиками недостоверной информации. Эти и другие новшества были подробно разъяснены специалистами. В госзакупках указано, что будет введен каталог товаропроизводителей. С помощью него можно будет выбрать потенциальных производителей. Если товаропроизводитель имеется в каталоге, но откажется составлять договор, вы вправе предъявить свои права.